Касересом. Варди начинает с Моралесом по защите на флангах. И в нападении с первых минут играет Рожа. Итак, состав Вильяреал. Херонимо Рульев в воротах. Парехо с первых минут вместе с Мунелем Тригейресом в центре полузащиты. Сегодня в составе два нападающих. Полагаю, и соперник, наверное, готов к такой модели. И наш матч начинается. Ло Чельсо. Ло Чельсо! Опасно! Идут они в атаку. Удар нужен! И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. На пару решили разыграть эту комбинацию. Ло Чельсо. Ло Чельсо! Опасно! Идут они в атаку. Удар нужен! И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. На пару решили разыграть эту комбинацию. Ло Чельсо. Ло Чельсо! Опасно! Идут они в атаку. Удар нужен! И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. На пару решили разыграть эту комбинацию. Ло Чельсо. Ло Чельсо! Опасно! Идут они в атаку. Удар нужен! И эта атака могла чем-то...